Поступка состоялась планерка работников ЖКХ, совмещенная со штабом трехмесячника по санитарной очистке под руководством первого заместителя главы города Якутска Дмитрия Садовникова. Участники совещания предоставили первому заместителю главы текущую информацию о состоянии жилищно-коммунального сектора столицы. По итогам отчетов приняты протокольные поручения. В целом, по основным показателям, с начала трехмесячника с территории города и пригородов вывезено 133 186 кубометров снега. В связи с наступлением тепла и интенсивным таянием снега, первый заместитель главы города Якутска Дмитрий Садовников поручил МУП службы эксплуатации городского хозяйства держать на контроле ситуацию с расчисткой наледи и откачкой талых вод, не допускать подтоплений домов и других критических ситуаций, сразу реагировать на результаты проверок и сигналы жителей. Статья 6.12 КОАП, то есть Кодекса об административных нарушениях Республики Саха-Якутия, где административный штраф достигает до 500 тысяч рублей. Тут, конечно, сейчас у нас эта работа активизирована. Сейчас все должностные лица, то есть это начальники управ, которые уполномочены возбуждать административные дела, а также члены административной комиссии, сейчас проводится глобальная работа по выявлению и пресечению таких нарушений. Все протокольные поручения должны быть выполнены в установленные сроки. На сегодняшний день все предприятия города работают в штатном режиме. Продолжается вывоз снега и откачка талых вод.